Всем привет! Всем здорово! Снова мы вступаем на этот плот. Ты что? Ну, ясно. Так, чё? Ебать, мы бочек просто... Короче, смотри. Смотрите прикол. Эти стрелочки — это направление не то, короче. Оно не туда едет, когда стрелочки туда. А. Эти стрелочки наоборот надо считать. Короче, сам будешь направляться, но это... Кто сюда забор поставил? Это я. Ладно. А зачем? Топоров выбрать. Все равно тут никто не ходит. Ну да. Я хотел бы сюда поставить вообще. На грядки? А, ладно. Как идея? Не, ну в принципе нормально. Я тоже так считаю, поэтому я поставлю. Вот так. Заебись. Можешь, в принципе, все огородить. Да, я таких хотел, кстати. А здесь не получится, здесь печки надо сдвигать. Да. Нас опять кусают где-то. Андрей, ты чихнул? А я не могу еще. У нас мусор украли. Я не понимаю, как этот мотор действует. Он тупой какой. Надо тут фонарик поставить, наверное. Без мотора легче было. Он непонятный вообще. Мы все равно уплываем оттуда. А мы какой-то остров проплыли, честно. Я не понимаю. Че, у нас нету больше травы? Я не понимаю, что за хрень. Как это работает? Штурвал, что ли, нам игру сломал? Я не понимаю. Походу... В смысле? Возможно, что нам штурвал игру сломал. А че там? Че нам штурвал сломал? Игру МБ, я не понимаю. Почему мы разворачиваемся? Чтобы на метку ехать. Все, нормально. Кстати, батарейка скоро разрядится. Активировать? Я не уверен. Ну, давай посмотрим. Давай направим... Давай я поменяю направление. Ну, давай. Там? Ну, вроде едешь правильно. Уверен? Нет, обратно едет. Подожди. Я не понимаю, но все равно уменьшается расстояние. Блин, он правильно едет, ладно. Проверю. Жопой своей. Может, их надо два, чтобы они работали нормально? Ну, один с этой стороны, другой с другой. Я хз. Возможно. И в разные стороны. Да, блять, мы будем на месте крутиться. Кайф. Я это в реальной жизни так бы и работал. Ну да. Вечный двигатель называется. Вроде как. Да хоть колесо обозрения тут построй. Я хочу. А, вы знали, что нашли в ТКЮ? Чё? Шмотки можно на клей выкидывать. Да. Я а это еще серии 5 назад узнал. А. А серии всего 4, прикинь. Короче, нам нужно несколько двигателей. Он буксует. Нас. Буксует? Это логично, что 4 надо. Ой, 4. Типа, нас из-за того, что вот этих ячеек больше 100, больше чем 111. У нас просто плот огромный. Угу. Оно из-за этого такое медленное.
Оно наоборот, оно не ускоряет, оно буксует. У нас, кстати, батарея закончилась, бывает переработчик. Так, ну ладно, еще одну микросхему сделаем. А, кто здесь забор поставил? Это я. Через него перепрыгнул как-то. Зато красиво теперь. Ну, более-менее. Аккуратно. Ямакаси. Так, я жрать. Ем кокос. Кокос и тема. Коки. Так, чтобы не отгрызла эта гадость, надо улучшить. Давай тоже сюда дерево наложим. А что, оно долго крафтится? О, фига. Чё? Там прям лес, там ель. О, все, видишь, нормально теперь едет. Это, в принципе, логично было. По факту. Там ели. Надо останавливать. Короче, вырубаем моторы. Блин, мы сейчас реально жесткие прям. Да. Он грызет. Да ну, офигеть. Причем улучшенный, кстати, грызет. Я неспроста его улучшил. Он все время почему-то этот край грызть любит. Мотор. Ну, этот островок большой. Блин, штурвал, кстати, жесткий. Кстати, давно мы вот этих ящиков не падало. Я его заебал. Моё. О, нифига, 5 досок из него выпало. 5 уже это мало, блядь. Я 20... Да, чисто. Типа, все равно из одной бочки все доски, это редкость. Ну, какие-то мега развитые уже. Моторы, блин, стоят. Давай еще один поставим. Урна. Урна. Можно всякий мусор будет выделить. А типа в море, типа, ну ладно. Мне так не удобно. А где она? Она в декоре должна быть. А ее нет. Не, она в другом. Во второй вкладке. Да? Реально прикол. Мусор лучше бросать сюда, а не в океан. Понял? Доложил. Че? Лучше мусор лучше бросать сюда, а не в океан. Ну это суть мусор, тема ты. Пока что. Ладно, сбрасывать якорь, по-моему, пора уже. Что-то какой-то странный остров. А что, мы уже много? Кстати, можем этот покрасить плод, по идее. Да, в краске. Ну, типа, по приколу. Мы же все краски выкинули. Да? Да. Я жрать хочу. Есть у кого-то еда? А, тут есть. У меня было. Что? У меня какая-то золотая. Что золотая? Или это не золотая? Какая-то, короче, ну, желтого цвета в еде. О, тележка. Прикол. Тут тележка на берегу стоит. Березы. Прикол. Это Россия? Но при этом ни одного дерева добывать нельзя. Пчелы, пацаны, пчелы. Пчелы? Пчелы, да. Фига. Можем пасеку устроить. Баран. Ой, этот остров покрасивее выглядит. Ну это какой-то прям огромный остров. Явно не. Тут медведь. Нереально. Ой, отстань. Березы, блядь. Там на медведь бежит.
Кабан. Я что, в Раст играю, а не в Рафт? Это медведь! Это медведь! Медведь? Го медведи захуярим. Давай, как? Я не плачу. У меня даже оружие нет. У меня лук атаку есть. Поможешь? Давай, ты где? О, домик. Так, что тут? О, может, через спрессованный мусор можем покупать. Ой, ебать. Не грызи меня, уёбок. Лёха, ты где? Эй, наверху? Блядь, помоги, помоги, помоги. Так мне бы понять, где ты вообще? А потом уже помнишь. Меня сейчас отпиздят. Помогите. А где тебя? Я соты собрал. Слышу где-то наверху. Кто-то медведь грызет. Хаута. Реально пчелы. Атаку, ты, по-моему, мне помогать. Шоу. Так, ну я. Вот. Иду. Блять, все, у меня лоу хп, я тебе. Атаку не с той стороны залез. Помогите мне. Где это? Вон он снизу. Я в угол зажался, мне бить не надо. Где ты? Там, если правее подойти, там заподняться можно. Я вот тут поднялся. Я возле магазина. А, вон, вон он где бегает. Да. Надо убить этого кабана. Ну, не кабана, правда. А где этот медведь? Я да убежал. Где я, он? Так, а я интересно. Такой, если что, он лютый. Прям лютый? Да пиздец, он быстро бьет. А ты его, сука, можешь задумать. Где наш корабль теперь, я не могу это... Ищи. Наш корабль идет ко дну. Помогите, я утону. Блин, тут ни одного дерева. А, я ему один раз выстрелил, он умер. А, то есть я ему столько хп снес много? Видимо. Так, где моя стрела? Можешь сказать хотя бы, что я с него выпал? Сейчас. Голова медведя. О, я соты нашел. Угу. О, сок? Да, сок. Я не могу стрелу найти. Твою пасеку разводить, блин. Где стрела? А, на пофиг на стрелу. Две кожи, два мяса, одна кожа, медвежья голова, металлическая... А, стрелы сразу забираются. А я как... Голову один. Во. Не показывай? А, нет. Вот. А, прикольно. Мы очень далеко припарковали. Да, я знаю. Надо, надо покупать что-то. И продавать что-то. Мы теперь как можем себе такое позволить. Ну типа спрессованные вот эти блоки. Нам мы надо продавать. Остров найти. Ну кстати, так можно, вот, можно на жипку пробовать купить. На этом острове типа. Куркума, чили, доски. Давайте этот. Можно шкаф купить. А, не, он дорогой какой-то. Компас, я думаю, нам не нужен. Да. Блин, жалко, что дерево здесь нельзя. Ой, блин, капец, мы далеко припарковались. Прям мега далеко. Да. Отстань, акула. Так, что тут еще интересного есть? Как-то пчел можно приручить на свой плод?
Да, при помощи сот. Мы просто пасеку здесь построим, вся на кухне. У нас будет еще еда. А соты изучить можно? М? Да. Соты. Да. Ну, мы их изучали, значит, да. У меня почему-то музыка услышит. А, чё? Банку с пчелами надо сделать. А кто ливнул? Никто. А кто? Кто-то ливнул? Ну, выжил? Да, ну выжил, ливнул. О. Ты что ливнул? Алло. Да. Алло. Чё за хуйня? Я сам не понял. У меня что-то не надо есть, а что-то пошёл я нахуй. Странно. И опера зависла, блин. А-а-а. Блин, меня акула укусила. Ой, блядь. Опера. А, так. Соты, соты. А я же с плота не ливнул, да? Да, ты стоишь. Пасеку мы не можем делать. Там банка с пчелами нужна. А как ее сделать? Эту банку. Сделать банку и пчелы. Я не знаю. А какую банку? Ты видишь банк? Банку? Так, а, там банка есть, можно какую-то банку крафтить. Или это кружка? А, это стакан вообще. Может стакан считается, я не знаю. Сок внутри, а снаружи... А, сок внутри, а снаружи стакан. Не знаю. Ну, можно попробовать стекло одно. Переправить стекло. Ну, песок в стекло. Сейчас попробуем. А чё, соты можно изучить, нет? Ну-ка, дай зайти мне в этот стол. Биотопливо из меда можно делать. Мне интересно, часы, если котелок. Часы, если сделать, то что будет? Чё, типа, можно сделать котелок и соковыжималку. Нужна пресная вода. Может уже приручим, кстати, кого-нибудь? Подожди, ну можно. Так для этого нужна сетка мёд или что-то такое? Ну да, сеткомет, потом надо будет грядку с травой. Грядку с травой сделать. Стоп, сеткомет для пчел? Нет, для животных. Там у нас грабы будут. Посетить. Да, я уже не успел. Бля. Гадина. Отгрызли нахуй. Сейчас сделаю. Ай, меня уже отгрызли. Цветы нужны для ульев, короче. А мы их все выкинули, да? Ого. Цветы. А, нет, цветы у нас какие-то есть еще. Сачок нужен для поимки. Почему он называется в банке, я не понимаю. Там просто сачок нужен.
А где дерево? Дайте дерево. Не знаю, где дерево. Сам забуду. Ну-ка, а что будет, если здравить мясо крысы? А, уже надо жарить. А у нас есть семена цветков? Че? Семена цветов есть? Нет вроде. Ну надо добыть, значит. Так. Ладно, я попробую, но мне кажется, вряд ли с кружкой что-то будет. Я уже сказал атаку. А, че? Для этого сачок нужен и все. А, и все? Да. А потом куда? В стакан? Просто сачок нужен, они сами видели. Цветы. Ну ладно, видеть. Иди лови надо, тогда. Надо семена цветов. Что-то мой и грядки. Я мясо пожарю, сейчас еще закину жариться. Угу. Блин, надо бы крысиное мясо мне уже сложить. 6 в инвентаре отношу. Стоп, 6 не пожаренного? Да. А из кожи что делают? Броня всякая. Броня? Кстати, у нас броня вообще не изучена. Угу. Там мех, потому что нужен. Мех же с этого падает. Не для мех. Давайте ванну сделаем, будем купаться. А у нас водоросли не изучены, вы знали? Серьезно? Да. Сейчас изучить. Да? У нас большинство шмоток еще там из водорослей что-то сделать можно. Вот смотри, сейчас. А, одна шмотка, ладно. Это ласт. Ласты? Чтобы кислорода было сделать можно. Андрей, дай бутылку. Сам крафти, она мне нужна. Из чего она делается? Как я ее скрафчу? Нету крафта ее. Есть. Пища, вода. Бутылки. Все ладно. Все ладно. Так соклян у нас. Соклян. Да, и сходите, поищите вокруг острова. Не, лиан есть, но мне их переплавлять надо. Пошли, убьем акулу. Подожди, все. Так ты ее в соло завалишь. Ну ладно. Где она? Ну типа... Я вроде это... Я пушечное мясо. Медведь, отстань. Медведь, это спавнивайся. Отстань. Мишка, Мишенька, медведь, научи меня пердеть. Миша, Мишенька, медведь. Он меня булит. Ха-ха. Все, все, минус акула. Мы, кстати, ни разу еще чайку не убивали. Можно попробовать, когда они сядут в гнездо. Или так не работает? Можно. Они там сидят просто. Сейчас можно подождать, ёбнуть. Всех пчел выловлю. Так, там перепаиваемся сопляны, да? Бутылка, пластик. Я не знаю, где мы столько пчел найдем. А че, нам сколько надо? На 1 или 14 пчел. 14 банок, у меня 20. Это очень много. О, я чайку ёбну. И чё с ней выпал, нет? Сырой и сырой окорочок. Сырой окорочок. Ну, два сырого окорочка. Я его изучу сейчас. А мы тут не были, что ли? Тут контейнер какой-то на берегу валяется. Прикольно. А, его изучить надо. Ну, достижение. Бегнохоль.
Бинокль из бутылок делается. Смешно. Использует Гибсон. Целебная мазь. Бля, целебная мазь бы надо. Мы, кстати, ни разу шерсть не добываем. А нам нужно это. Как там эта хрень-то? Нам ножницы нужны. Нет. И животные. Что? Животные, ну, животные так тут есть. Тут была есть. Коза. Коза была. Го ножницы сделаем? Для нее же ножницы нужны. У меня есть там ножницы. Я так их не использовал ни разу. Сеткомет сделайте и поймайте ее. А так, вот давай я сейчас сделаю ножницы. А она была тут? Кто? Да, она тут была, я ее видел. А, ну, не сгрызешь ее, медведь. Эй, у нас железо нету. Фак, она у меня. Эй. Она у меня. Кто она? В смысле железо нет? Там 20 желез было в сундуке. Ну, у меня 5 лежит. Нету. Куда... Если так, то куда вы их сложили тогда? Не знаю. У меня железо 5. Все у тебя? Наверное, я не знаю. 20 железа у нас было до того, как мы мотор сделали. Там, понимаешь, расходы, то траливали. О, травка уже выросла. А для чего? Для животных, типа? Да, это для животных. Заранее поставил, типа, блядь? Да. Держи. Их надо больше поставить. А, там грязь нужна, у нас грязь больше нет. Ну, грязь в пещерах, в пещерах. А, кстати, в пещере медведя же было. Чего? В пещере медведя была грязь. У меня лопаты нет, но только у атаку было. Ну да, у меня лопата. Глина, пластик, доска. А я потом разберусь. Что-то я плыву, а больше ничего нету. Все, все добыли, собственно. А там типа вообще там нету. Грязь еще нужна. А да. Что? Я контейнер нашел какой-то. Да, в нем пусто, я уже нашел. Да. Если у нас пожаренное мясо уже есть. Еще курицы, еще те съемные. Я, короче, на районе киллер птиц, блядь. Угу, больше сюда прилетать не будет. Да похуй. Погоняло, забило. Сколько у нас? А чего у нас так много пчел? Это немного. Там на одну, на один улей 14 надо. Ну все, в большой воде ничего нету. Все, что мог, я добыл. В пещере тоже? Все, что не мог. А в пещере, а где пещера? Ну, там, грязь нужна. Там медведь снова приспавнился. Ну а где она? Дом медведя завалим. Вы меня отведите в пещеру? Она Андрей, в середине пошли. Острова. А-а-а. Атака, пошли со мной, я помогу тебе медведя хуярить. Давай. Если меня кого сейчас тут не заберет, блин. Гоу. Как я понимаю, она там, где я был. Ну, где ты тогда медведя завалил. Угу. Даже, Андрей? А где железо? Я же говорю, нету. Все, потратили.
Ё-моё, одного железа не хватило. На сеткомет. А, нет, хватило. А, нет, все хватило. Я сеткомет сделал. Так вот. Идем. Я здесь. А. Здесь это где? Наверху. А, нашел пещеру? Нет. Но я наверху. О. На меня медведь напал. Понял. Фига он шустрый. Эй, промахнулся. Все. Можно шляпу медведя? Да, лови. Хочу быть медвежьим. Я без шляпы вообще ходил. Но мне нравится шляпа медведя. Кайфово. Пошли, вот пещера. Пошли. Вот, давай. А чё? Можешь, чё ты... Тут антенна была. Так, ну вроде всё. Блин. А вы, атаку, а вы в магазине? Эй, стойте, вы в магазине что-то покупали? Нет. Шо. Может сохраним атаку, лови рыбу, продавай этому магазину. Мы накопим эту... Как-то... Я забыл. Ну, типа мы будем кентами с магазинчиком. Я не помню, как это называется. Тогда нам надо репутацию поднимать. Репутация, во. Ну типа, чтобы поднимать репутацию, надо что-то у них покупать. Нет, продавать. То есть за продавание больше дают. Давайте я просто втроём будем ловить. Тут только рыбу надо. А чё надо для удочки? А, для продвинутой... три хлама, один болт, 8 верёвок. У нас железа 0. Щиты. У меня 2 болта есть. И... Три руды еще этот. Андрей, там в ящиках еще один болт валялся. Я еще один? А у нас веревки есть? Я уложу, складываю. Вы козу видели? Нет. Я ее просто уже не видел, типа. Не видел ее съел, что ли. Типа я вначале самого ее видел. Как только мы приплыли. Нам просто надо с козы добыть это, чтобы броню сделать. Мне не хватает 3 веревки для третьей удочки. А, прикольно. Камаш, в мусорках есть? Чё, голка сумская? Не, нет, тут ничего. А, патронов нет, чё? Чё? А для сеткометки, для сеткомета нужен патрон. Ладно, буду убить сеткомет. Атаку, чё по серии? Чё по серии? Что мы в этой серии? Не могу сказать, что хуйня прям стреляли, но... 34 минуты. Нормально. На взрывчатый порошок не сдучим, мы не можем пока животных ловить. А как взрывчатый порошок делать? Нужно рыбу фугу собрать до того, как она взорвется. Ну и убить ее. Убить ее и потом собрать до того, как она взорвется. Звучит? У нас обычная батарея не изучена. Да? А что, можно прокачанную какую-то сделать? Нет, из нее можно сделать поломный фонарь. 5 недель я спавнюсь. И как-то быстро спавнится. Как акула, видимо. Дайте батарею какую-нибудь. Так, нету батареи. Нет, это интересно. Крафти. Так, ну все, прощаться надо. Всем пока. Всем пока. Пока. Всем пока. А куда пока? Пока. И пока. Короче, анекдот. Анекдот? Давай.
надо. Я уже предугадал. Ну ладно, без анекдота сегодня.